Так, ну вот, начал накидывать стену. Сначала так первый слой, ну, без просушки. И вот как я это делаю. А сейчас я перчатки одену. Вот такие вот облитые. Вот. И рукой прямо вот, лепехи вот такие. Раз, маленько кинул. И мастерком вот так толщина примерно 3-4 сантиметра. Так особо не выглаживаю, чтобы как бы текстура была. Потом, конечно, она еще дорабатываться будет, но вот первые такие вот приготовительные. Я могу сразу вот так вот. Вот. Ну, получается вот такая вот штуковина. Потом режется вот так вот все. Вот. И вот получается здесь заказчику хочу сам уже без заказа сделать панно. Майя воин. Вот сейчас вот доверх, как дойду, буду пробовать. Как бы у меня эскиз есть. Вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Заказчик не знает, ему будет это сюрпризом. Вот. Опять. Ну, прям рукой. Так, в одну руку работать неудобно. Ну ничего. Вот. И опять вот так вот ее подтягиваем. Немножко примазываем, чтобы она получше взялась. И так вот. Тут не штукатурка. Заглаживать не надо. На чистую выглаживать. Так. Как ляжет. Вот она. Все. Там все равно потом еще дорабатываться. Ну, скачет в руке, сами понимаете, в процессе. Вот. Чтобы брызги не летели от раствора. Вон кирпич защитил пленкой. Ну, я говорил уже. Так помогает, но не особо. Ну, все равно потом меньше отмывать. Раствор должен не жидкий, не густой, а так, чтобы вот на мастерок взял. Ага, косяк. Плохо взял. Ну, короче, понятно. Хотел сумничать, не получилось. Вот. Добавил пластификатор, он подольше будет застывать немножко. Добавляет процентов 15, написано. Вот, вот такая получается текстура. Вот. Рубленый, колотый. Потом сохнуть начнет, он еще трещинки даст. Я трещинки разошью в некоторых местах, чтобы, ну, как естественные были. Вот так вот. Вот так получается. А на маску делаю. Вот лепеху кинул. Ну, еще одну. По низу. А потом просто мастерком. Раз. Раз. И вот так вот получается намазка. А на нее уже потом слой раствора. Раз, так вот. И вот так вот. Ну, так вот.
стала маленькая. Вот. И дальше. Здесь у меня на... Здесь будет квадрат четко очерченный. У него расшивка. И здесь будет квадрат тоже четко очерченный и расшивка. И вверх два квадрата, а потом панно пойдет с индейцем майя. Тоже все сниму, покажу, что получилось, не получилось. Там будет все видно. Ну, как бы задумка такая. Рисовать не умею вообще абсолютно. Цветовосприятие нарушено. Ну, что-то вот как-то получается. Заказчик пока доволен. Ну, не выгоняет. По крайней мере. О, лепехи полетели. Вот. Так. Ну, что-то вот такое. Так. Ну, более-менее стараюсь ровно делать слой. Но если где-то чуть толще, так ничего страшного. Ну, главное, чтобы не было перепадов там по 5 сантиметров, по 10. Так, все. Теперь мне надо границу наметить, как будет идти у меня квадрат. Ну, примерно вот здесь. Примерно вот так он пойдет. Все. Вот, все швы эти потом прорежутся, все это зачистится. Можно сюда немножко вот раз. Так вот. О, и шершавенький. Это уже так по ходу дорабатывать. Вот так вот. Сейчас вот эту сторону за коробку подниму. Коробку закрою по бокам. Провода вот мешают сильно, здорово. Сейчас буду что-то думать, убирать их куда-то. Загибать. Вот. Пока вот так. Ну, все. Вот. Так, в общем, как все сделаю и дальше продолжим.